Друзья, приветствую всех. Сегодня я вам на личном примере покажу, как зарабатывать по $10 в день на абсолютном пассиве на бирже Binance. Чтобы это все настроить, вам понадобится буквально 1 минута времени. Ссылка на биржу Binance будет в описании. Напомню, что по моей ссылке вы получите максимальные бонусы, которые только можно получить. Это пожизненная скидка на комиссии в 20%. И вы сможете получить $50 за регистрацию. Также напомню, что на этом канале Instarding Invest в плейлисте криптовалюта вы сможете найти самые простые, самые подробные инструкции по фьючерсам, по выводу денег, по лаунчпаду. В общем, ссылку на этот плейлист оставлю в описании. Итак, возвращаемся на главную страницу. Перед тем, как начнем, давайте проясню некоторые моменты. Давайте нажмем вот сюда. Смотрите, у вас должна быть включена профессиональная версия, и вы должны быть верифицированы. Также вы можете переключаться между дневной и ночной темой вот здесь. Давайте переключимся на ночную тему. Итак, нажимаем вот сюда, возвращаемся на главную страницу. Итак, давайте перейдем в кошелек. Я объясню, как мы будем зарабатывать. Смотрите, объясню очень-очень просто. Мы сейчас с вами положим доллары на депозит. Для этого нам с вами будут нужны криптовалютные доллары UST или стейблкоины. Вот у меня сейчас на счету 20 тысяч UST, 20 тысяч долларов. Можете найти этот стейблкоин на CoinMarketCap, он у нас на 12 месте. Смотрите, он даже выше, чем Binance USD с рыночной капитализацией, вот вы видите, в 18 миллиардов долларов. Через годик, я вам даю гарантию, капитализация будет больше 50 миллиардов. Итак, возвращаемся на биржу Binance, переходим на главную страницу. И здесь нам нужно нажать вот сюда на Earn. Нажимаем. И здесь нам нужно нажать на фиксированный стейкинг. Нажимаем. Так, здесь нам нужно выбрать наши доллары UST. Итак, вот наши доллары UST. Нам нужно нажать на 30 дней. Мы видим доходность почти 19% годовых. Ребята, это очень огромная доходность. Такую доходность не даст вам ни один депозит в банке, тем более в валюте. Вот почему крипту называют убийцей банковской системы. Смотрите, почему я не выбрал 60? Потому что если я нажму на 60%, увеличится. Если нажму на 90%, тоже увеличится. Но если я нажму вот начать стейкинг, мы увидим, что максимальная сумма всего лишь $200. Всего лишь 200.